Нас, короче, ебать, тоже разъебали очень сильно. 126-я была, блядь, у нас здесь. 20-я, ебать, сейчас армия. Я знаю, что 205-ю тоже потрепало, прям неплохо. Даже были такие слухи, то, что их вывели уже или собираются выводить из-за потерь. У нас вообще первый БТГ выводят, блядь, тоже, по сути. Уже там потери, пизда просто, блядь, большие. Тоже никого желания нету, блядь, боевой дух, ебать, ни к черту. И все из-за команды. Команды никакого, блядь. Понимаешь? Никто, даже комбат не знает, какая у нас цель, задача. Что нам делать, как. Ебать. Первые 10 дней мы вообще как крысы бегали, ебать. Настолько, блядь, стыдно, позорно просто, понимаешь? Мы поехали к Николаеву, ебашь его. Уже, блядь, боевые колонны, блядь, выстроились, все, блядь. Артиллерия наша хуярит, мажет, ебать. А потом, понимаешь, ебать, все нахуй сворачиваются. Давайте, давайте, нахуй, по съемам. И они в Ну, ответку начали хуярить. Мы, ебать, только что ты так, хотел, блядь, слышишь? только успевали съебываться. Это Я пизда что просто. говорю, а что ты хотел, блядь? Вы только, блядь, пришли на войну, и они уже 8 лет ебашатся, нахуй. Такое зрелище просто. Пацаны, ебать, и некому их забрать еще. Короче, страшно, это очень страшно. Блядь, не геройство главное, блядь. Будь с головой, нахуй. Куда ты идешь, блядь? Под ноги нахуй вообще смотри, ебать. Не ошивайся в левых местах, блядь. Да мы и так здесь остановились, блядь, что сейчас в лесополке сидим. Ехали, Ясно. блядь, понял, сейчас вот, блядь, оттягивались позавчера. Едем, едем, понял, мы же видим то, что назад едем, блядь, по той дороге, которой двигались. Уже думали, ебать, выводить нас будут, такие радостные. Я такой, ебаный в рот, и прикинь, обломались нахуй. Вдаль, тут всю другую сторону поехали. Такой настрой был, блядь, съебываемся, типа, да. А тут бах, остановились.